Всем привет, меня зовут Александр, и сегодня я покажу вам, как я работаю над быстрыми пассажами, а именно мы разберем первый пассаж из композиции Technical Difficulties Пола Гилберта. Погнали! А в описании к этому видео вы сможете найти ссылку на видео с оригинальным исполнением, на бэкинг трек и на табулатуру. Если мы проследим за игрой Пола Гилберта, мы можем увидеть, что он использует фат медиатора тремя пальцами. Берем расслабленную кисть. Кладем медиатор на указательный палец, поджимаем большим пальцем, средним пальцем, поджимаем указательный палец и получаем мощный костяк из трех пальцев, который никак не даст медиатору выскочить. Отлично. Итак, перейдем к самому пассажу. В быстром темпе он звучит так. Этот пассаж я сыграл сейчас не в конечном темпе, я над ним работаю, и в итоге он будет еще быстрее. Итак, как конкретно я над ним работаю? Для начала сыграем один раз медленно. Итак, этот пассаж играется секстолями, и я работаю над ним так. Сначала я играю в пунктирном ритме. То есть сначала я играю восьмую с точкой, а потом шестнадцатую. То есть получается, что вторую ноту мы играем быстро, вторую и четвертую ноту. Затем я играю обратным пунктиром, то есть мы меняем местами шестнадцатую ноту и восьмую с точкой. Итак, поработав сначала, допустим, 3 минуты над пунктирным ритмом, потом поиграв 3 минуты обратным пунктиром, получается, что мы сыграли пассаж быстро наполовину в каждый раз. Получается, что мы обманываем свой мозг, то есть мы играем в пассаже ноты сначала одни быстро, потом другие. И теперь, когда мы попробуем сыграть этот пассаж в исходном темпе с экстольными нотами, у нас все получится. Итак, я предлагаю вам заниматься вместе со мной. Играйте музыку, любите музыку, живите полной жизнью. Всем пока!